Всем привет, друзья, с вами Лёд 91, и сегодня я решил уже купить себе новую тачку. Да, я уже накопил уже 1 миллион себе, и сейчас я еду к той тачке, которую хочу получить, на своей эклер Бугатти Широн. Едем, мы сейчас приедем туда. Кстати, эта тачка находится возле аэропорта, так что мы сейчас будем покупать. Ну что, вы готовы? Раз, два, три. Все, я купил эту тачку. О, она хорошо ездит. Подожди, это было раньше? Почему немножко не... Моя, блин, тут, блин, маска немного моя мешает. Я могу его убрать, если что. Вот так вот. И сначала хочу сказать, эта тачка называется... Как называется? Сейчас посмотрим. Воздушное крыло. Воздушный хвост, то есть... Как бы это Макларен, потому что это форма Макларен. Нет, я разбираю. Это Макларен. А не какой-то там воздушный хвост. Давайте даже проведем тест, как она нормально ездит. Раз, два, три, вперед. В принципе, она гонит неплохо. Скорость ему нормальная. Скорость нормальная вообще. Я этой тачке даю очень большой жирный лайк из-за того, что она выглядит, форма красивая. Ну почему именно воздушный хвост? А ну-ка, сколько она может проехать? Мы даже сюда приедем, даже специально, чтобы мы могли узнать, какая максимальная у нее скорость. Ну именно, сколько времени она может проехать? Не считается! Сейчас заново начнем. Белли, она улетела. Опа. Говорили, что эта тачка управляется очень мягко она управляется, по-моему, так. Я услышала в каком-то ролике про этот обзор, когда вышла. Кстати, я не улетел. Да блин. Это, кстати, эта тачка вообще появилась, она, вот это воздушный хвост, появился во втором сезоне, когда вышло новое обновление, и добавили дымовые гранаты, и от первого лица Ламборгини, от первого лица, и вот этот воздушный хвост.
тонем. Да блин. Миллисекунд. Ну что ж, ролик подошел к концу. Не забывайте подписываться на мой канал, ну то есть ставить лайки, писать комментарии. И у нас важная цель. Нам нужно накопить 70 подписчиков до Нового года. Ладно. Всем пока, друзья. С вами был Леодмус 101. Все, всем пока.